Приветствую вас на канале. Сегодня нашел серебряную монету Павла I. Монета 1798 года. Состояние, конечно, потертое. Точно известно, что Павел Петрович I избегал своего портрета на монетах. Его можно было увидеть только на пробных рублях. Этот серебряный рубль очень похож на полтину. На лицевой стороне изображена монограмма. Надпись «1 рубль и год выпуска». На обратной стороне надпись не нам, а имени твоему». Серебряные монеты, так же как и золотые, подвергались изменениям. Изменения эти касались наружного вида, пробы и веса монеты. Утяжеленная эта монета или нет, я не знаю. У меня все. До новых встреч на канале.